Здравствуйте, меня зовут Екатерина Валерьевна. Сегодня мы с вами вновь продолжаем нашу ментальную тренировку. Первое наше задание – на внимание. Мы снова с вами пройдем лабиринт, но лабиринт у нас не простой, а цифровой. Этот лабиринт пройдут те, кто хорошо знает арифметику. Ваша задача – пройти от верхней левой клетки к правой нижней клетке, только по тем клеткам, сумма чисел в которых равна 10. Можно проходить только по горизонтали и по вертикали. Помните, что мы с вами проходим лабиринты только глазками? Давайте попробуем. Все успели пройти лабиринт? А успел ли кто-нибудь пройти в обе стороны? Давайте друг друга проверим. Ну что ж, вы большие молодцы, а мы идем с вами дальше. Сейчас мы немножко поиграем в игру, которая называется «Найди цифру». Перед нами таблица с числами от 1 до 90. Сейчас мы поиграем следующим образом. Я загадываю число, а ваша задача – найти его в этой таблице. Но вы не просто пальчиком показываете, а называете числа, которые находятся вокруг загаданного числа, чтобы все остальные тоже увидели, где оно спряталось. Давайте попробуем. Находим число 85. Я нашла число. Рядом с ним числа 59, 88, 32, 89, 58 и 50. Молодцы! Попробуем еще раз. Следующее число, которое я загадаю, 41. Ищем. Я нашла это число, а вы нашли? Рядом с числом 41, 67, 36, 3 и 7. Нашли его? Давайте третий раз попробуем найти новое число. Загадываем число
68. После числа 68 числа 56, 82, 55, 39 и 52. Молодцы! Вы можете дома поиграть в эту таблицу следующим образом. Вы можете просто искать числа от 1 до 90 по порядку, кто быстрее. Либо также загадывать числа и называть то, что находится вокруг этих чисел. А мы едем дальше. И, конечно же, следующее наше задание – это чтение текста. Но текста не простого, а усложненного. Сегодня мы прочитаем текст, в котором каждое слово перевернуто от последней буквы к первой. Ваша задача – прочитать и понять, о чем текст. Давайте прочитаем, о чем же у нас текст. Маленький старичок с длинной седой бородой сидел на скамейке и зонтиком чертил что-то на песке. «Подвиньтесь», — сказал ему Павлик и присел на край. Старик подвинулся и, взглянув на красное сердитое лицо мальчика, сказал: «С тобой что-то случилось?» «Ну и ладно, а вам-то что?» — покосился на него Павлик. «Мне ничего. А вот ты сейчас кричал, плакал, ссорился с кем-то». «Еще бы!» — сердито буркнул мальчик. «Я скоро совсем убегу из дому». «Убежишь?» «Убегу. Из-за одной Ленки убегу». Почувствовали ли вы, что к концу текста вы начали ускоряться в прочтении? Потому что какие-то слова вы уже начинаете додумывать по содержанию. Если у вас это получилось, значит, вы справились с заданием. Что же было дальше? Об этом вы узнаете, прочитав рассказ Валентины Асеевой «Волшебное слово». А на этом наша тренировка закончена. Продуктивного вам дня и отличного настроения. До свидания.